стартовали торжественные мероприятия на улице Дзержинского в Бресте. На здании, где в 1941 располагался областной и городской военные комиссариаты, много лет назад была установлена мемориальная доска в память о тех, кто погиб самоотверженно, защищая свободу и родную землю. В честь важных дат сюда всегда приносят цветы. Продолжилась церемония празднования юбилея в зале областного театра драмы. Здесь состоялась церемония награждения. Чествовали людей, внесших весомый вклад в решение задач по обеспечению обороноспособности страны. На сегодняшний день работа, которая ведется в военных комиссариатах, позволяет выполнить те задачи, которые стоят перед вооруженными силами по обороне нашего государства. Это и комплектование вооруженных сил, и формирование территориальных войск. Естественно, большая, огромная работа, кропотливая, это по работе с нашим населением, с ветеранами Великой Отечественной войны. Их становится все меньше. Забота о них – это наш долг, это наша святая обязанность. Ну и, конечно же, работа с молодым подрастающим поколением, подготовка их к службе в вооруженных силах, воспитание человека, патриота, гражданина в первую очередь. Очень приятно, что тот труд, та служебная деятельность, которой непосредственно вот я занимаюсь, отмечена не только на уровне областного военкомата, но и вышестоящим командованием, ну и другими силовыми структурами. Вообще, награды получать всегда приятно, а когда ты знаешь, за что именно, и виден результат твоей работы, ну это чувство вдвойне усиливается. В числе тех, кто был отмечен на торжественном мероприятии, немало ветеранов. Сегодня они уже не в рядах вооруженных сил, но даже на заслуженном отдыхе не сидят, сложа руки. Вместе с темой о военной странице своей биографии не забывают. Я сохраняю тесный контакт с военным комиссариатом Брестской области, стараюсь всегда помочь им во всем, потому что для меня это не безразлично. Все-таки я 13 лет прокомандовал областным комиссариатом Брестской области. Конечно, я рад за их успехи всегда. Они нормально работают и всегда на лидирующих позициях находятся. На праздничном концерте, посвященном столетию комиссариата в Беларуси, звучало немало слов поздравлений. Заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Альшевский отметил, органы военного управления – это надежное звено, обеспечивающее обороноспособность государства, стабильность общества и его связь с вооруженными силами. С первых дней своего существования и поныне военные комиссариаты Брестской области успешно решают поставленные задачи. Прошедшие 100 лет сегодня уже история, которая наполнена страницами героизма, мужества, самоотверженного служения Отечеству, созидания работ во благо нашей Родины. Нет сомнений, в этом выражают уверенность и сами виновники торжества. Минувшие 100 лет – это крепкий фундамент для дальнейшего развития. Сохраняя традиции прошлого, представители этого ведомства всегда думают о будущем.